Вы на канале Мир Людей. Всем привет! Вчера из солнечного теплого Краснодарского края пришли трагические новости. На 82-м году жизни этот мир покинул актер Владимир Щербаков. Владимир Щербаков был разносторонним актером. Ему с легкостью удавалась игра как лирических актеров, так и харизматичных злодеев. Все отмечали яркую и самобытную игру Щербакова, помноженную на широкий актерский диапазон сыгранных ролей. В 1961 году мужчина окончил театрально-режиссерскую студию в Краснодаре. После учебы Владимир Щербаков работал во множестве театров, от Астрахани до Южно-Сахалинска. Великолепную актерскую игру Щербакова оценили также поклонники театра в Нижнем Тагиле, Орле и Тамбове. Когда актеру исполнилось 50 лет, он вернулся в родной для него Краснодар и поступил на службу в местный молодежный театр. В молодежном театре Владимир Щербаков отметился в спектаклях: «Сцена в доме Бессеменова», «Три года», «Вечный муж», «Ночи любовных помешательств» и «Человек и джентльмен», а также многих других спектаклях. Россия всегда была богата на таланты, и Владимир Щербаков – один из них. Выражаем глубокое соболезнование всем близким и родным этого замечательного актера. Он прожил яркую, насыщенную творческую жизнь. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале. Вам точно будет интересно.